в самых разных жанрах, это всеми признанные шедевры. Сочинения композитора, чья виртуозная техника и проникновенный лиризм сделали его любимейшим автором большинства пианистов мира, откроют наш концерт. А вслед за шопеновскими миниатюрами прозвучит этюд русского композитора Александра Николаевича Скрябина, который заявляет о себе как о художнике, наследующем традиции Шопена. Итак, Фридрих Шопен. Ноктюрн до диез минор, мазурка ля минор. И Александр Скрябин. Этюд си бемоль минор, опус 8, номер 11. Исполняет профессор Московской консерватории, народный артист России Аркадий Селидов. Замена мазурки произошла. Я не успела как-то подумал, ну, пускай актер мазурку. Дело в том, что когда я был маленький, Наталья Андреевна покупала тогда ноты, она всегда в двойном экземпляре это делала. Вот мазурки Шопена. И я вчера просто наткнулся на эту надпись, ну как же я. Она, естественно, мне преподнесла весь сборник мазурок, и на первой пустой странице ее рукой вот такими крупными буквами написано. И все-таки опус 17, номер 4. Вот поэтому я вспомнил и переиграл.